а брат был отчаянным вертолетчиком. Побратались мы с пьяную с дуру, но помнили вот такое. Сначала про то, как мы собрались. Марши при расчетах, их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамуш, весь второй батальон, пулеметами духи зажали. Отсекли БДРы огнем СБГ, три из них подорвались на минах, налегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спину. То есть справа здесь то, черти всех разберет, хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать. Скоро ночь наши шансы урежет, без колес и брони нам кольцо не прорвать. Они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везение любое. Я потом уже думал, а если пришлось затыкать пулеметом собою? Да, наверное, я б смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг душей полетела от реки, так знакомый набив вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир, баритоном окрився комбата. И взметнулся распоротый Нурсами мир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, все отмечено в справках и сводках. Остальные вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще мы с Квичом, эх, тесна же земля, побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, а его угораздило по-моему. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирту с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем громадою. Это диким покажется вам издали, мол, с ума что ли там посходили. Но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что нынчане позабыли. Мы потом ни один еще прожили бой, да все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он сгорел в сентябре под Ашане. На гранитной плите между цифр тире и слова выполняя задания. Я сюда каждый год прихожу в сентябре с побратимом моим на свидание. Так теперь живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него. Может быть, за себя, может быть, за него.